Всем привет, и сегодня протестируем Land Cruiser вот на таких хитрых колесах. Колеса на самом деле копеечные, это диски, копеечные болты и пару мотков изоленты. Посмотрим, на что он будет на них способен. Проедет вообще где-нибудь или завязнет, как какое-то ведро по типу УАЗа. Вы смотрите-ка, изолента рулит, изолента прет пока. Невероятно, невероятно. Так, давай еще поперек. Как она цепляется, я не представляю просто. У нее же нет никакого протектора, она просто плоская, как какие-то слики. Но нет. Воу, ничего себе, обалденно, обалденно. Дадим газку. Ух, а это все на все, что он способен. Но давайте больше грязи, больше жести. О, тоже с легкостью берет, тихо-тихо. Перевернуться может без проблем. И давай, о, нормально. А я думаю, когда, интересно, изолента соскочит с болтов и будет уже на болтах, как и Нива. Но изолента самая прочная штука в мире. О, смотрите-ка, завяз. И все. И не может. А это что? Это отсутствие порталов, да. Ну давай, 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 давай. Но нет, нет, нет. Сидит на мосту. Пришлось помочь бедолаге. Так, ну-ка давай-ка заездик попробуем. Вот такой вот помощнее, а то что-то все какие-то скучные препятствия. Нет, опять засел. Выглядит, конечно, нелепо. Очень напоминает какую-то колесницу. Реально на них были такие колеса. Давай, 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 ну. Не гребет, не гребет изолента. Смотрите, что она творит. А он сидит кузовом сзади. Давай, задний ход. О, а назад гребет. Давай. Цепанулся кузовом. Если бы не цепанулся, я думаю, затянул бы. Сейчас попробуем вот так вот взять. Not bad. Вот это невероятно. Невероятный крузак у нас сегодня. Так. Опаньки. Вывешиваем переднюю левую изоленту. И прогоняем. Нет, не прогоняем. Опять, к сожалению, зависает на брюхе это ведро. Но изолента все еще держится. Да. Изолента топ. Причем использовал черную. Прикиньте, что бы было, если бы гонял на синей. А? Это было бы невероятно на синей изоленте. Я думаю, ни одна бы лужа не могла противостоять всей мощи крузака. Давай, давай, ну-ка смотрим. Смотрите, вырывает просто все. Ну давай, давай, давай. Опять просто садится на мост. И мощи не хватает. А лебедки-то и нету с собой. Да, крузак неподготовленный появился у нас. Очень мощно засел, да. И давай еще раз, поперек. Сможешь или нет? Воу! Нет. С разгона берет. Невероятные колеса, невероятные. Давайте посмотрим, как они роют. Зажимаем. Ого! Давай, 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 давай. Обалдеть, так, переднее что? Заднее прорыло уже полную яму. Ого! Но, смотрите, изолента держится. Просто я со всей мощи рыл, рыл. Вон ямищу нарыл, но изолента топ. Обалдеть, обалдеть. И на полном газу мчит. Но на полном газу на самом деле не интересно. Вообще никаких преград. И в эту сторону погружаемся и погнали. Да, с легкостью, я думаю, порвет любую китайскую резину. Российские болты, ух ты. Ну и пора уже взять что-то помощнее. Справится или нет? Справится или нет? Ничего себе, там мотор разбрызгивает водищу. Видали? В салоне-то водителю не очень комфортно, я хочу сказать. Но прет. Прет просто по дну и все. И не парится. Хоть охладили мотор. Смотрите, покажу вам следы, какие остаются. Ой, видали? Ага, то есть где-то все равно болты, ну, выпирают, да, грубо говоря. А, ну, на самом деле уже вон изолента начинает рваться местами. Вот, я вижу, да, уже болты торчат. А я думаю, чё так прёт? Чего так прёт-то, а? Ну что, я считаю, эти нано-колёса прошли тест.
Да, показали себя на самом деле неплохо, и я думаю, еще не уступят какой-нибудь хорошей резине. Обалдеть! Просто невероятно. Я думал, все, на изоленте будет как на сликах сидеть на всех препятствиях. Но нет, нет, вы смотрите, он просто перерывает. Просто перерывает все, всю грязищу. Как хочет, где хочет, когда хочет и кидает ее куда хочет. Так что смотрите у меня на канале другие видосы по поводу колес. Это пружины вместо шин, болты вместо шин, цепи вместо шин, естественно. Все эти тесты были на Ниве, так что смотрите, вбивайте по поиску Нива, Нива топ. А теперь и Land Cruiser тоже топ. Пока!